Третий раз за последние полгода природный газ для Амичая опять подорожает. Новые розничные цены на ресурс установила региональная энергетическая комиссия. С 1 декабря к стоимости газа добавится сумма от 42 до 67 копеек. Максимальное подорожание коснется собственников квартир, где топливо используется только для приготовления пищи. За кубометр им придется платить 10 рублей 21 копейку. Во столько же ресурс обойдется потребителям, которые пользуются им для кулинарных нужд и для нагрева воды с помощью котла. В квартирах и домах с газовым отоплением суммы в квитанциях увеличатся на 42 копейки, до 6 рублей 32 копеек. Напомним, это уже третье повышение цен на природное топливо за последние полгода. С 1 июля они выросли на 4,5%, а с 1 октября еще на 2,9%. Следующая индексация произойдет через полтора года, сообщили в федеральном правительстве. Цены в квитанциях вновь должны измениться 1 июля 2024 года.